Всем привет! Приготовим нежный торт с тающим во рту муссом, влажным шоколадным бисквитом и кисленьким вишневым желе. К яйцу добавить банан. Его можно размять вилкой или пробить блендером. Влить молоко, всыпать подсластитель, взбить венчиком. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и какао. Тесто перелить в форму диаметром 16 см, выпекать при 180 градусах 15-20 минут. Готовому бисквиту дать остыть. Для шоколадного мусса финики замочить в горячей воде, затем удалить косточки, желатин залить водой, приготовить согласно инструкции на упаковке. Глубокой чашей соединить мягкий творог, ряженку, подсластитель и финики, пробить погружным блендером до однородности. Добавить какао. Тонкой струйкой влить желатин и перемешать венчиком. На дно разъемной формы выложить бисквит, сверху вылить шоколадный мусс, убрать в холодильник на 1 час. Для вишневого слоя желатин залить водой, приготовить согласно инструкции на упаковке. К вишне добавить подсластитель, пробить блендером в пюре. Соединить вишню и желатин. Достаем форму и выливаем вишневый слой. Убираем в холодильник до полного застывания. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, мне будет очень приятно, и подписывайтесь на мой канал.